Всем привет! И вы снова где? На канале Mobile Games. И с вами кто? Как всегда, Изи. И мы продолжаем играть с вами вот эту вот прекрасную игру. Ну чё? Не медрим? А, ну да. И ебучее интро. Всем вот мы продолжаем играть с вами в эту вот прекрасную игру. И это у нас вторая серия. И как всегда мы долго грузимся. Давай. Быстрее. Быстрее тебе говорю. Не тупи. А Сникерс не. Давай, давай, давай. Погнали. Сникерс дать. Опа. Все. И как всегда мы с вами начинаем играть. Да, ребят, и не забывайте ставить лайки или дизлайки. Вам не трудно, а мне приятно. Да, куда нам бежать? Я понял, бежим назад. Но не тормозь. Что-то мигает. Подбирай. Мы же с тобой бомжи. Мы все подбираем. Где тут еще мигало? Ну что это за улаги такие? Что это у нас? Так. Ну-ка, ребята. Секундочку. Сейчас мы графику чуть-чуть пониже сделаем. Чтобы у нас не так сильно это все тормозило. Что-то у меня 1050 Ti карточка не вывозит. Ого! Вот это мы летаем. Зачем ты птичку испугала? Это же наш друг. Эта птичка нам ништячки всякие дает. Опа. Я понял. О, еще один фрагмент карты мы с вами нашли. Я так и не разобрался, как же мне крафтить одежду. Вот я, допустим, хочу себе броню улучшить. Как мне ее улучшить? Мой парашют, я понял. У нас есть такое вот оружие, да? Что я сделал? Что я сделал? Я выкинул. Нет, подбери назад. Оба. Перекаты мы можем. Так. А как же мне
Опять войти в инвентарь. Так, побежим сюда назад, да, сбегаем? Что-то он еще мигает. А, стрелы. Подбирай, дурочка. Да, ребят, пишите в комментариях, как вам хочется, чтобы серии были длинные или короткие. Я же знаю, вы же засранцы, вы же вообще не смотрите. Я тут для вас тут стараюсь. Ну, по крайней мере, пытаюсь. А вы даже не комментируете. Блин, ну... Или оно так и есть? Хоть на какой графике? Мне тебя бить нужно? Да, мне их бить нужно, я понял. Давайте разберемся. Нифига себе. Вы видели, она меня бьет. Ого, сколько их там. Веревочка. Веревочка нам нужна, чтобы, если что, вдруг повеситься. Да ну нет. Я не знаю, как инвентарь зайти. Подруга, помоги. Как мне дубинку взять? Так. Ребята, одну секунду. И вот мы с вами вместе. Я разобрался, как инвентарь открывать. Ого. Вот это мне больше нравится. Два напаса, вставай давай. Или ты вставай. Вставай. Чё, все страшно? Вставай. О, ты иди сюда. Два напаса. И ты иди сюда, два напаса. Не в очередь. Где? Омана. Так. Будет это вставать? Вставай. Здесь мы уже с вами все оболтали, да? Вот я вижу коробочку. Подберем. Мы все подберем. О. Лук нашли. А, все, бежать. И не вставать. Сейчас мы всех положим. Эй, они же в этом. Забиты. Ты где подбираешь? На полу? А, у меня дубинка закончилась. А ну на колени. Так. У нас же есть с вами лук. Вот так. Вот так, правильно? Или неправильно? Как им пользоваться? Вот в чем вопрос. Так, ладно. По ходу дела разберемся. Ставишь. О.
Ништяк. Ага, я понял. Можно все это дело колесиком перематывать. Так. Там еще одна вон статуя, которая должна ожить, походу, да? Давайте понаблюдаем, что делать. Ладно, извини. Мне птичка покушать скинула. Ищем с вами теперь костер. Так, так, так. Мы же кушать хотим. Встаешь? Что это? Мне страшно. Так. Я вижу там костер. Деточка, погрейся. Так. А как же с вами покушать? Чё, можно прям сырое? Ох, ничего себе. А еще можно? Не, нельзя. Это чё? Тоже кушать можно? Давай, деточка, кушай. Как мне узнать, что это такое? Попить это. Жизни пополнить. Ага. Она спать хочет. Так, а что мы можем сделать? Вот зачем мне черепаха? В кармане. Вот птичка, да. Покушать приносит. Ну, ладно. Погрелись и хватит. Я забыл, как летать, извини. Извиняй. Как? А, все, вспомнил. Бегим отсюда. Ну, не лагай. Кш-кш-кш-кш. Ого. Ребят, ставьте лайки, это по-любому лайки заслужил. Ну, перелетаем нафиг все. Ого, я могу управлять. Нифига себе. Это же ништяк. Ого, как молния. Ого. Вот это нам надо. Дубиночка. Ух ты, я топор вижу. И я понял.
Так. Что тут для нас приготовили? Вставать будешь? Не будешь? Подбирай.